Следующий звонок принимаем. Алло. Здравствуйте. 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 Алло, вы меня слышите? Еще да? Как слышим. Еще вас зовут. Пожалуйста, сделайте тише ваш приемник. Тучи гляди, понимаете? Не понял. Честно, не понял. Следующий звонок. Алло. Так, ну что, звонок. Алло, добрый вечер. Ой, доброй ночи, как зовут вас? Доброй ночи, как зовут вас? Так, вторую ночь подряд у нас кто-то дозванивается. Ну, молодец, человек плюнул в космос, скажем так. Так, продолжаем разговор. Эфир, слушаем вас, добрый вечер. Теперь в финале не будет легких соперников. А, вот. Алло, здравствуйте, добрый вечер, как вас зовут? Иди нахуй. Ага, во-во-во-во-во-во-во-во-во. Это отъявленный. Наконец, наконец. Я все жду, когда же будет звонок. Я думаю, что это сторонник фейерплея. Да, абсолютно точно. Еще никогда не видел. Вот что называется фейерплей. 363. Так вот, друзья мои, вопрос, как звали певца, сменившего в оркестре Томми Дорси Фрэнка Синатра. Это было в 1942 году, когда Синатра решил, да ладно, Синатра, вернее, пойдет. И потом он стал у него, этот певец, надолго. Надолго остался, да. Надолго. Они выпустили много пластинок. Да. Вот, целый альбом они выпускали. Ну вот у нас есть звонок. Ну-ка, давайте. Сейчас попробуем. Попробуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здрасте, как вас величать? Вот вы знаете, я уже давно хотел с вами пообщаться, вот мечтал. У меня есть, собственно, ответ на ваш вопрос. Вот мой дядя ответит сейчас. Дядя? А почему дядя? Не вы? Да, потому что он фанат, вот, собственно, данной музыки. Да? Здрасте, дядя. Да? Вот. Здрасте, дядя. Сейчас его к трубочке. Он самых лучших правил? Он самых лучших правил. Хули сосусиком, блядь, или кто? А, все, извините. Извините, это дядя плохих правил. Да. В 2 часа 47 минут, дядя, пить надо меньше. Я понимаю, что праздник на носу, но пить надо меньше. Не знаю, что-то там, а не приемник. А, но дело в том, что его телефон 737-01... 00. Телефон. Вот. Он, да, у него в принципе, да. Ну, и у дяди, у этого позвонившегося, вот 00, как знаете, обозначает некоторые. Ну, в голове 00, ну чего, да. Ничего страшного. Ничего страшного. Так, может, вот Юля у нас из Чапаевска. А я живу в Чапаевском переулке, Юля. Мы с вами родственники. Представляете, как зовут? Юля, воспользуйтесь родственными связями. Хорошо. Как же она получит это? Это отправят. Здесь у нас... Как, Виля, а вы на что? Мы вас отправим в Чапаевск. Да, в Абхазии будете пролетать. Виля, куда летишь выступать-то теперь? В Прагу. Так. Да если бы я даже знал, как это делать, вы думаете, я бы предал бы мужиков, я бы рассказал хоть одной женщине, как нас, паразитов, можно насквозь видеть? Да никогда бы в жизни я вам, Яна, это не рассказал. Ни за какие деньги. Потому что я тоже в какой-то степени, ну, хоть, может быть, не самый первосортный мужчина, но все-таки мужчина. Я же солидарен с нашей мужской гвардией. Чего же это я буду продавать мужиков, как нас насквозь можно увидеть? Не, никогда не расскажу. Следующий телефонный разговор. Алло. Да. Я твою маму ебал. Я твой... Так, ну это что, фамилия или имя у тебя? Я не понял. Как? Или это имя, отчество и все вместе взято? Придурок ты. Пошли дальше, так. Значит, что еще так? Сергей, как вы полагаете, можем мы Швецию победить? Вы знаете, что я вам скажу? Нашим вообще некуда ездить. Они пусть сидят во дворе и играют где-нибудь. Понятно, спасибо. Так, содержательнее должны быть высказывания тех, кто хочет все-таки Сергей, может быть, сам в прямом эфире. Спасибо. Ну, хотя бы сказал, кому вместо них ехать. Да, здравствуйте. Да. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Как зовут как вас? Зовут вас? А вот меня зовут Анатолий. Угу. Я бы вот считаю, что... Анатолий, только звук приемника уберите, пожалуйста. Ага, сейчас, подождите. Вот мы с Валерием Павловичем, с моим другом, вот имеем твое мнение по этому поводу, по исходу матча. Угу. Ну и какой? Алло. Алло. Держать. Так, не спасибо. Получается это у нас узнать. Видимо, Валерий Павлович далеко. Валерий Павлович где-то подключился. Корреспондент Анатолия. 363-3659. Проголосуйте в течение там одной минуты. Так и, собственно говоря, будет. Ну, вот уже видны разные подходы, понимаете? Это я уже вижу, да, там за полминуты разлета. Я пока один телефонный звонок послушаю. Алло, здравствуйте, алло. Алло. В жопу, козел! Да. Да. Что с тобой, мальчик, голова болит? Что у тебя? Что с тобой случилось?
Что ж тобой? Штанишки смени. Штанишки смени. Описался со страху. Понимаем. Побежал. Бывает. Ну, смени штанишки, позвони еще раз. Алло. Справедлив ли приговор за принудительное вегетарианство ребенка? Да или нет? Понимаете? Вот давайте. 363-3659. Послушаем вас. Говорите, говорите, кто вы, откуда, пожалуйста. Я не слышу, что-то такое невероятное. Да, 363-3659, марсиане. Слушаем вас, добрый день. 3659, московский номер телефона. О, алло. Ого, здравствуйте, как вас зовут? Да, здравствуйте, очень много звонков. Здравствуйте. Иди нахуй ты. Так, это вот один... Это новенькая. Нет, это не новенькая, нет. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это нам доводилось, да, здравствуйте. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Так. Алло. Алло. Ахмед какой-то. Ахмед, дорогой, да, где он, дорогой, этот Ахмед? Алло. Да что ж такое, да? Ахмед звонил с Луны, я так полагаю. Алло, здравствуйте. Ахмед звонил, кричал. Ахмед, дорогой. Алло, здравствуйте. Алло. Эдуард нам пишет, что все будет окей, если ввести визы с Украины и Белоруссии и отменить с Китаем. Да, Эдуард, у вас будет другая фамилия, наверное, и через несколько лет и другой друг в соседней квартире. И да, совершенно другой. И их будет намного больше, да. Алло. Добрый вечер. Да идите вы нахуй. Ой, как, господи, это боже мой. Это про украинцев, я стараюсь представить про кого. А я успел увести, вот какая у меня все-таки хорошая реакция. Алло. 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 Да. Выключите радио. Как вот видите, как зацикла вас. Надо выключать приемники, потому что вот мы убрали это уже сумасшедшего человека, а он да. Еще эхом у нас существует. Выключайте обязательно. Алло. Спасибо вам за ваш выбор. Слушаем еще телефонные звонки. 363-3659. Алло. Алло, слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Еще вот это мнение мы не учитываем. Следующий 363-3659. Попробуем. Сейчас, я думаю, получится что-нибудь у нас. Пожалуйста, 363-36-59. Кто готов попробовать? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да. Мусор, блядь, гандон. Ого, это у нас... Слушай, надо как-то его... Свет, запиши его телефон, пожалуйста. Mm-hmm. Ладно, прямо это сейчас. Это помехи в эфире. Ну да, помехи, будем считать, что так. Так, алло. В этом случае я про себя говорю и про наших многих ведущих. Дай бог здоровья. Mm-hmm. Если какой-нибудь урод в эфире что-нибудь начнет произносить, у нас ведь все телефоны ваши высвечиваются, поэтому уж не обессудьте, мы будем называть ваш номер телефона в эфире, и все. Вот это можем сделать. Ну, это бессмысленно, в общем. Да, абсолютно. 363-36-59 наш телефон.